reserve time. Radiant Team Band. Что, друзья, всем привет! Мы с вами врываемся в прямой эфир и будем смотреть Доту, конечно же, что же мы еще с вами можем смотреть на канале twitch.tv/adequat. Только Доту, Доту элитную, Доту интересную, ибо у нас на сегодня запланирован четвертьфинал Дота Питлиги. По программе Best of 3 он пройдет, то есть как минимум 2 катки, максимум 3 катки мы с вами посмотрим. Ну и сейчас у нас 2 интересные команды, Virtus.pro Polar против ребят из Cloud9. Ну, вы знаете, Virtus.pro Polar у нас сразу же в эту стадию попали в четвертьфинал. Без, скажем так, промежуточных игр. Ну а вот ребятам из Cloud9 пришлось сыграть еще один дополнительный матч. В общем-то, там они переиграли, по-моему, ребят из комплекте с счетом 2-0. И, в общем-то, добрались вот до этого этапа. Ой, извините. Так, ну я вам покажу текущую сетку плей-оффа. Как она выглядит. Вот так вот она выглядит. Ну вот, вы примерно оцениваете. То есть Virtus.pro Polar против Cloud9 играют. Сейчас победитель этого матча будет выходить против Evil Geniuses. Ну, пока расписания нет. Я только знаю расписание другого четвертьфинала. Team Tinker против Virtus.pro. Этот матч у нас будет послезавтра под ночь, по-моему. Вот. Ну, а сегодня VP Polar против Cloud9. Ну, только вы понимаете, да? То есть команда, которая здесь проигрывает, там вылетает с турнира. Занимает уже, получается, 5-6 место. В общем-то, команда, которая выигрывает в этом матче, отправляется дальше. Ну, вот видим, что EG, Secret своих оппонентов как раз-таки ждут. Ну, а потом стадия полуфинала, финал, естественно, ну и определим чемпион Dota Pit League. Осталось не так много матчей. У нас огромнейшая стадия была групповая, да, то есть мы смотрели очень много матчей в Best of 2, группа А, группа Б, по 8 команд, в общем-то, ну и вот потихонечку добрались до плей-оффа. Окей, давайте переходить к просмотру первой карты. Virtus.pro Polar решили взять себе First Pick, на что Cloud9 взяли себе сторону Dire. Ну и сегодня составы, конечно же, у нас без каких-либо изменений. Virtus.pro Polar — это FNG, Illidan, Mag, Phobos и Lil. Ну и Cloud9 — это Envy, Fata, Paladai, Aoi и Bone7. Итак, в первой же карте FNG забирает себе скавров Мага и Сларка. Cloud9 берут себе Пака и Бейна. Баннах, Vegeful Spirit, Ogre Mag. Минус Бримастер, минус Найтхантер и минус Vessel's Void. Ну, пока активно идет у нас вторая стадия банов. Видим героя, который, в принципе... Вот, я периодически, ребят, буду так вот от микрофона подальше отходить, да, и все-таки до конца я вылечиться не смог, поэтому какие-то не совсем, скажем так, комментаторские звуки вы можете периодически слышать, но я очень надеюсь, что вы их все-таки не слышите. Вот, сори, ребят, ну, потихоньку залечиваюсь, еще небольшие отголоски от простуды все-таки остались. Так вот, вторая стадия банов идет, пики привычные, пики мы привыкли видеть от этих обеих команд. Довольно-таки часто у нас ребята из Virtus.pro играют через Сларка, например, да, для Cloud9 Pack тоже достаточно такой сигнатурный герой. Ну, посмотрим, что будет дальше. Дальше банится Зевс от Cloud9. Минус Draw Ranger. Ну, боятся VP Polar. Излюбленные связки Cloud9 с дровкой, да, это Visage, Draw и Ranger и Visage. Visage, кстати, Draw Ranger и Vengeful Spirit. Ну, вот дровку не отдали. Ну и последний бан от Envy. Ну что думает Envy? Банит он как раз-таки Магнуса. Ну что ж, вторая стадия пиков пошла. Так, пак. Ну непонятно, куда пойдет пак. Либо это пак в мид для Фаты. Возможно, в сложную для Bone 7. По-разному могут юзать этого героя. Ну, Бейн, очевидно, будет суппортом. Последует ли после Бейна пик Мираны? Нет, следует пик Виспа. Ну, довольно-таки интересный такой момент. Виспа забирает себе третьим пиком Cloud9. Готовится связка с кем-то. Вопрос только с кем. Тини, Свен, Мортред, кто же заедет? Ну вот ФНГ, как раз-таки капитан команды Virtus.pro Polar, должен будет подумать о том, кого же забрать себе против уже очевидной комбинации стороны противника. Как-то это дело нужно контрить, то есть либо брать соответствующих суппортов, либо хороших керри, которые не страдают от этих залетов. Ну посмотрим, кто это будет. Ну что, ФНГ, третий пик. Скай, Сларк, кто дальше? Ну, серьезно задумался капитан команды Virtus.pro Polar. Действительно, Висп ставит в тупик
как ни крути, но приходится уже по ходу дела перерабатывать свою заготовку, свою стратегию, уже подстраиваться под пик противника. Потому что, как вы знаете, виспа игнорировать нельзя. Особенно нельзя игнорировать того, кто будет с виспом. Мне почему-то кажется, что Cloud9 будет играть довольно-таки агрессивно, то есть возьмут себе Mortred, поставит где-то даблу в мид, например, да, Envy на Mortredке, и Paladine, например, сыграет на виспе. Ну или Ауи на виспе. ДП берет себе ФНГ. Ну что, и вот теперь самый важный момент в этом пике. Кто этот персонаж, который будет драться против Сларка и Деспрофит вместе с Виспом? А кто лучше вообще? Ну, вы знаете, против Деспрофит, конечно, такого героя не возьми, все довольно-таки плохо смотрят, да, ТП. Герой такой, что убить его очень сложно, при этом сам он убивает достаточно серьезно, особенно каких-то милишных керри. Может быть... Ну да, это Фантом Ассасинка. Все-таки это Mortred от Envy. Ну и этот пик мы, скажем, предполагали. Окей, ФНГ, пик четвертый. ДП есть мид, Сларк есть для... Или Дана, скорее всего, пофармить. Скай суппорт. Будет ли это у нас Андрюша Маккит Тамбренко? На сложную. Один из излюбленных героев, конечно же, мага. Или будет что-то другое? Но Кентавр вообще неплох, то есть он от релокейтов противника может, в принципе, свою команду спасти с помощью Стампида, он и в эту связку может впрыгивать, он и может прокаст сначала в фантомке неплохой вносить, в общем-то, Кентавр здесь бы, наверное, входил хорошо. Ну, я думаю, дорогие друзья, вы успели проставить свои ставочки, да, на эту игру. Конечно, что-то в Lounge, Gaming Pets или где-то еще, где вы ставите. Вот. Чтобы поднять, скажем так, интерес себе к играм. Ну, конечно, не забывайте, что в моем паблике vk.com/adekvattv тоже висит голосовалочка. Если вам лень ставить деньги, шмотки, можете принять голосование. Ну, участие в голосовании именно там. Но мы с вами подведем итоги потом. Spirit Breaker от Virtus Pro Polar. Вот это очень интересное решение. Судя по всему, это Spirit of Lane. Это герой, который будет бегать и гангать нон-стоп. Вариант очень интересный, особенно учитывая, насколько слабо хп-шный, скажем так, герой Cloud9. Да? Кого персонажа не возьми, у всех у них запас здоровья минимальный, по сути дела. Что Пак, что Бейн, что Виз, что Фантом Ассасинка на первоначальных уровнях. Поэтому Spirit Breaker своими черджами, своими башами, конечно, будет задалбливать достаточно серьезно. Так, Байнс, на те время Мумминайт, минус Мирана. Все-таки побаиваются связки Мирана плюс Бейн. Ребята из Virtus Pro Polar. Ну что ж, по одному пику осталось сделать. Кого не хватает Cloud9? Ну, берем, например, Висп Мартредка в мид. Пак сложная. Ну, кого-то керри еще можно взять на легкую линию, чтобы пофармил. Довольно-таки странно, что ребята из Cloud9 сами Магнуса забанили, да? Потому что Магнус — это стоповый герой, который сочетается с Фантомкой. Ну, с другой стороны, Магнуса нельзя было давать Virtus Pro Polar, мы это тоже понимаем, да, что Магнус тоже тот герой, который неплохо контрит передвижение виспа. Да и вообще, даже фантомку перекрывает. Вообще, любые ультимейты, которые бьют сквозь БКБ, вот они против фантомки будут хороши. Спрашивают, Best of 3 тут? Да, ребят, Best of 3, формат проведения этого матча. Ну, как я уже говорил, как минимум две катки, как максимум три игры мы с вами посмотрим. Ну, вот это самая первая карта, вы еще ничего не пропустили, вы пришли только на самое-самое начало. Ну что ж, Envy, last pick.
очень серьезно и очень долго подходит к выбору каждого героя, ребята, из обеих команд. Cloud9 забирает себе Дарксира ластпиком. Да ладно. Серьезно, Дарксир? Интересно. Ну, неплохая ОЕ комбинация прослеживается от ребят из Cloud9, да, то есть пак с Дримкоилом, Дарксир со стяжкой и стенкой. Какие-то там такие АОЕ расклады шикарные будут, возможно. Но, вы знаете, Дарксир в последнее время все реже и реже появляется в доте. Как-то команда его не очень любит. Посмотрим, заедет ли в этой игре. И это Witch Doctor. Ласт пиком от команды Virtus Pro Polar. Второй суппорт заехал, в принципе, ожидаемый вполне пик. Так, ага. Ну что ж, ребята разбирают себе пока героя. Давайте посмотрим, кто куда в итоге пойдет. Так, ну вот Virtus Pro Polar. Маг будет играть на ДП. Лидан фармить будет на Сларке. Лил суппорт на Скавров Маге. Ага, ФНГ второй суппорт на Witch Doctor, ну и Фобос будет у нас перед Брейкером фармилой, судя по всему. Окей. А, нет, ну Фобос, да, но оффлейн поет, конечно же. Оффлейн соло. Ну и Cloud9, Envy будет на Phantom Assassin играть, фармить, подать суппорте будет на Виспе, Ауи на Bon7, пак у нас это Фата, ну и Bon7 на Дарксире. Ауи на Бэйне будет. Я тут немножко сговариваюсь уже. Ладно, ну вы поняли прекрасно, кто на ком будет катать. В общем, давайте посмотреть за... На паузой. Ну, у нас ни одна игра не начинается без паузы. Так что, правда, придется подождать паузу. Ну, вы знаете, что до сих пор ребята из Virtus Pro Polar не, скажем так, влили свой коллектив Мага и ФНГ. Играют со стендынами здесь, да? То есть, ну, в сообществе Dota 2 они в профессиональную команду не вошли. Поэтому пишется здесь замена. Ну, хотя уже... Мы знаем, на несколько турниров побывали вместе, уже много переиграли. Я думаю, что этот состав можно назвать стабильным. Ну и, конечно же, Cloud9 тоже давно уже свой состав укомплектовали. Но мы дождемся сейчас отжатия паузы и будем смотреть за игрой. Так, ну ладно, пока пауза, я вам покажу как раз таки ссылочку на голосование, где вы можете принять участие. Посмотрим, за кого вы больше болеете, да, чьих, скажем так, фанатов здесь больше, фанатов команды Virtus Pro Polar или команды Cloud9. Первый же пост, который вы увидите, там голосовалка прикреплена, ну, так что принимайте в ней участие. vk.com/adequatv. Так, а с чем связана пауза? Ни с чем, просто она была поставлена от ФНГшки. Лады. Вообще, если так вот порассуждать и посмотреть на пики, пик команды Virtus Pro Polar мне почему-то нравится больше, опять за счет того, что присутствуют такие герои, как Spirit Breaker, вы знаете, герои, которые заезжают не очень часто, и довольно-таки ситуативный выбор этого героя, вот, но при этом, конечно же, все будет зависеть от исполнения, потому что Фобос действительно не должен просто-напросто фармить в этой игре, он должен будет действительно бегать, и от того, насколько успешно он будет бегать по карте, будет зависеть, собственно, начало, ну и в целом игра команды Virtus Pro Polar. Но бегать ему придется очень-очень серьезно здесь по всем линиям, то есть нужно будет гонять и Мартретку, это в первую очередь, не забывать про Дарксира на сложной линии, ну и, в общем-то, придется, скажем так, Фобусу немножко здесь поднапрячься. Ну, посмотрим, пауза у нас отжимается, мы начинаем смотреть за этой игрой. Так. Ну да, в принципе, здесь без каких-либо неожиданностей, действительно, Мартрет отправляется в мид-линию, Виз подтянется, падает, краски сюда идет, ну, закуп у него один тангусик, это на фаст-боттл, понятное дело. Бейн на вардах, видим, плотно сидит. Фата на легкой линии будет фармить. Купил себе 6 тангусов. Ну, на сложно отправляется Bon7 с щитком. Плюс также много апхила. Ну, Дарксиру здесь
в принципе. Должно быть комфортно за счет своего айншелла, то есть, по идее, выходить ему из тавера будет ни в коем случае нельзя. Здесь есть кому цеплять, здесь есть кем убивать, поэтому играть нужно будет крайне аккуратно. Но опять же, за счет того айншелла можно будет и подфармливать бонсевну. Так что, думаю, он справится. Но если, опять же, будет тяжело, может и в леса отправиться, ладно. Дарксир герой такой, который может фармить везде. Так, контролится руна. Что это у нас делает? Бил Рошана провоцирует. Он решил Рошана на первом уровне убить. Интересно. Взял ему тычку такую, отвесил, конечно. Прям норм. Еще тычкует. Что делает Лил? Жесть. Так, на топе, а со временем. Ой, у Фобоса могут быть небольшие проблемы. Ну, забрать его, конечно, вряд ли здесь смогут, но немножко пощелкать по ХП, это да. Вот так, пробивает его в спину. Есть щиток, видимо, у Фобоса. Но дэмэдж залетает, как ни крути. И видим, что заставляют, видимо, хилочку вязать перед брейкером. Ну, хотя бы на хилку развели в начальном этапе, тоже неплохо. Приходит Лил на хосте. Ага, встречает эту парочку. Парочка эта особо не теряется. На развороте пытается тоже драться. Ну, довольно-таки агрессивные действия со стороны обеих команд. Так, у меня там какие-то... ВКонтакте уведомления приходят. Надо это все дело отключить. Во, теперь окей. Так, что у нас получается? Ну, магу, да. Магу здесь, по идее, поначалу должно быть не особо-то весело. Потому что Envy будет действительно провоцировать. Envy будет искать... Боже, как? Ну, вот говорили мы с вами о том, что нельзя ни в коем случае Дарксиру здесь подставляться. Нельзя выходить далеко из-под своего тавра. Ну, он вышел и сразу же его поймали. Через паунс, через, видим, каскет. Сделали на нем ФБ. Ну, как так это ошибся Bone 7, непонятно. Ну, герой такой, что, в принципе, у него эскейпа нет. Особенно неплохо Сларк против этого героя смотрится. Да, несмотря на то, что вроде Buy and Shell и Сларк не лишний, он должен страдать. Но если же это какая-то атака на Bone 7, то Bone 7 уйти уже не может. Ну, пытается у нас поначалу, пока Лил, помочь магу. Маг. Ну, мы видели, как его Envy пробивал прямо с первых же минут, поэтому действительно помощь нужна. Страшнее будет, когда Envy получит себе левел 6, появятся у него уже криты. Пока виден только Blur имеется, Furman Shield, ну и Paradise купил себе уже бота. На топе. Вот Фобос. Брейнсап, пак. Вообще, пока не получил себе хороший уровень пак, нет возможности забрать этого Spirit Breaker, да. То, что вы бьете его с руки, это все такое себе. Spirit Breaker довольно-таки толстый персонаж, у него 5 брони. Неплохой запас здоровья изначальный. Вот, поэтому только-только с получением кого-то там, я не знаю, 5-6 уровня Фата может пытаться как-то на этого спиритбрейкера грызнуться. Опять же, если Фобос вот так вот откровенно нагло не будет играть. Вот, поэтому Фобос по сравнению с тем же самым Дарксиром в более хорошем положении находится. Опять же, Bone 7 могут проблемы. Ну вот, Bone 7 уже проюзал, видим. Свое ускорение, свой серж идет или дан, прыгает на паунс, немножко не зацепил Bone 7, но Bone 7 все равно без ХП. Залетает шот. Еще один. Еще одно ускорение, ну и спокойно делает фраг у нас Скай. Ну так вот 2-0. Очень серьезно ошибается Bone 7, очень серьезно фит. Не знаю, с чем это связано, но пытается, понятное дело, играть он агрессивно. В итоге за это его наказывают. Так, конечно, делать нельзя. Так, маг у нас, ну, талисман ботл уже имеет. 14 на 2 крипстат, пока уровень 3, но все-таки Скай хоть и помогает своим наличием на линии, да, но при этом он ворует экспириенс у мага, поэтому магу хороший уровень себе не поднимает, и быстрый крипсформ у него не раскачивается. Есть определенный минус, есть определенные плюсы, но куда деваться. Зато маг живет, это самое важное. Хотя бы Мартетка его не убивает. Марта тоже левел 3. Видим, Пурмашил 550 монет у Энди. Не особо хорошо идет фарм, всего лишь 7 крипов он смог забрать. У мага, видимо, в этом плане двухкратное преимущество. Так что пока Virtus Pro Polar здесь чувствует себя получше. Ну вот понял, да, у нас Bone 7, что нечего делать на сложной линии, что уже и так изрядно он нафидел, отправляется в леса. Вот тут его нейтрал нормально пробивают. Но он вроде со всеми разбирается. Немножко пофармил, видим, что-то монет появилось, левел 4. Но если фидить перестанет, то игра у него пойдет. Но с другой стороны, Иллидан. Все-таки успел начальный такой буст получить. 2 ассиста, как ни крути. Начальный крипстат у него более-менее 15 на 6. Ну а дальше он стоит против крипов, по сути дела, так вот спрыгивает. Мортред на мага. Ну, такую начальную, скажем так, комбинацию юзают, ребята. Складные касочки пошли от ФНГ. Да ладно, неужели будут они драться? Сайленс.
Еще одни каски залетают. Пайлайт, да, и последнего голубя ловит, отбивается ботлом и в живых остается. Благо, что заряд на ботле действительно остался. Ну, на грани Cloud9 были от того, чтобы упустить еще и третий фраг. Так вот, начальная такая неплохая комбинация способностей, да, это Айншел на Мартру, и Мартра впрыгивает. Ну, работает это пока хорошо, потом это, ну, эффективно, скажем так, этой связки будет уменьшаться со временем. Ну, в любом случае, я думаю, Айншел будет в течение всей игры на Мартетке висеть. Как ни крути, но это топ-дэмэдж. На последнем уровне прокачки, там сколько будет, получается, 90 периодического урона, длительность 20 секунд, ну да, неплохой такой плюс. Попытка снова зацепить Envy, ставит центришник. Ну, думали, что, возможно, здесь есть какой-нибудь обсервер на своем хайграунде, но обсервера там не оказалось. Или Дан слишком далеко заходит прям по тавер, нужно упрыгивать, да, слишком дерзко получается. Сабок Close of Hess, судя по всему, или Дан решил выформить себе Мидас. Ну, в такой игре, когда никто ему особо не мешает на линии, он действительно может себе Мидас позволить. Кстати, довольно-таки интересное решение, да, Paladai смещается со своей мид-линии. Или Дан впрыгивает, да ладно, зацепил Paladai. ФНГ здесь дает каски. ТП сюда, Paladai умирает, и сейф ТП сюда уже делается бесполезным от товарища Балансена. Фидят, безбожно фидят ребята из Cloud9. Опять же, большие вопросы, да, то есть мы посмотрели о том, что каким-то образом Висп взял, покинул Мартретку на мидлинии и пошел сложную. Зачем он это сделал, во-первых, непонятно. Во-вторых, каким образом он, опять же, поставился под Сларка и Вичдоктор, когда знал, что эти ребята вполне могут делать фраги. Они два раза Дарксира сливали, да, герой, который чуть ли не в два раза плотнее, чем Висп. Но при этом Висп решил выйти, показать, что он сильнее, и был наказан. 3-0 в пользу ребят из Virtus Pro Polo на ровном месте. И при этом, вы знаете, Фобос-то вообще пока не участвует в замесах. Это вот эти три фрага были сделаны только благодаря стадию лейнинга, да? Убей команду по Envy. Ботл дабл дэмэдж взял. Пробивает Фобос. Envy. Юзанит дабл дэмэдж. Вот юзает дабл дэмэдж. Приговаривает, видимо, мага. Фобоса будут тоже здесь разводить. Фобос вынужден убежать, получает замедление. Пробивает его с руки. Есть конкассив шот. Фобос под сайленсом. Лил на себя сайленс собирает. Убивает. Нет, тут райдера пока не убивают. Точнее, убивают они спиритбрекера здесь, ну и погибает также Скай. Да, ну теперь фидит ребята из Virtus Pro Polo. А, кстати, Дарксира в очередной раз лили. Пока вот этот вот экшен был. Сларк убивает соло Дарксира. Но здесь троих потеряли Virtus Pro Polo. И вот за этих троих дали 1100 голды и 1100 экспириенса. Прыгивает дальше Envy. У него же до сих пор есть дабл дэмэдж. Ой, ФНГ дерется до конца. Ой, ФНГ. Отхиливался. Кокасив шот. Развели здесь Мартретку. Envy думал, что под дабл дэмэджем он всесилен и неубиваем. Но это оказалось не так. В итоге его наказали. 5-3. Ну, пока мы видим, и та, и другая команда допускают ошибки. Есть такие огрехи в исполнении. Не самые качественные, может быть, замесы. Ну, посмотрим, что будет дальше. Самое главное, что у Сларка все хорошо, ребята из Virtus Pro Polo. Действительно, это самый большой плюс. Ну, есть с другой стороны, там, например, фармер у Cloud9, это пак. Но мы сравниваем пака и сравниваем Сларка, и понимаем, что Сларк намного круче. Так, Silence, слит точнее на Фобоса. Так, Dreamcoil поставлен. Фобос пытается уйти, но Dreamcoil ему мешает. Фобос не знает, что делать. Или Зори Орп. Здесь, конечно, разложили Фобоса. Не ожидал он такой подставы, что сюда целых три героя стянется. Таки погибает. Ну и вот потихоньку уже начинают Cloud9 сравнивать счет. Довели, скажем так, разрыв до минимума. Фейсбуцы тем временем деспрофит. Есть ботл, есть ноль талисман. Левел 6, пока у мага не качает экзорцизм. Ну, упор сделан на пассивку и на крипсворм. Так, новая мета, скажем так. Сейчас все. Деспрофиты делают так. Эми подтягивается в мага. Замедление дал. Пробивает с руки. Тизер был. Приходит сюда Лил. На подстраховку. Сайленс Пайлайдая. Пытается забрать с руки. Пайлайдай. Разгон от Фобоса до конца достигает своей цели. Эльф ответочку пытается забрать мага. Стифлинг Тагер приговаривает мага. Один в один развен. Ой, а здесь могут стрелять ребята из Virtus Pro Polo. Или Дан приходит на помощь. Цепляет Бейна. И убирает Бейна. И при этом Энви пытается драться. Лил здесь юзает стики. Энви. Сайленс получает. Или Дан. Дарпакт. Энви юзает стики. И Энви погибает. Фобос его забирает. 8-5. Я боялся, что Мартетка сейчас будет всех по одному раскидывать, да, потому что... Ой, да ладно, пришел Пайлайдай, сразу же расконут Фобоса пошел. Как ты Лидан промазал своим паунсом, боже, непонятно. Пайлайдай в итоге уходит на своем тизере. Сейчас ТФТП.
Долго ТП было слишком от Арксиру, ускоряет он падает, да, что может делать падает? А он спирится и может убить Фобоса. Ой-ой-ой, паунс на развороте. Да ладно, Фобос чуть черч, да. На развороте, в итоге убивает они Виспай, при этом сам Фобос живых остается. Бонсел здесь под экзорцизмом тоже проседает. Паунс на этот раз от Элидана точный, даблкил он сделал. Приходит Энди. Дарпак от Элидана пытается уйти. И уходит. Энди понимает, что под экзорцизмом драться сложно. Уходит Пак. Сайленс на мага. Бейн рядом. Дримкоил поставили брейнсап. Маг пытается отбиваться крипсвором на развороте. Есть Сайленс. Маг умирает. Но Бейн, по идее, тоже должен погибнуть. Лил не добил. Замедление от Энди пошло. Залетает голубь. Бейн помирает. Ну и Лил, скорее всего, тоже. Дал Мистик Флэр, видим, но Энди не погиб. Короче. Какой-то у нас тут конвейер пошел от обеих команд. Прям нон-стоп какие-то драки постоянно устраивают на миде. Одни справа выиграли замес, потом вторые пришли, отомстили, наказали. Но в результате Virtus.pro Polish все равно оказались получше, да, потому что не умирал Элидан, это самое важное, да, потому что купил себе ПТ, есть Ghost of Hest, бот, у него 4-0-4 КДА. Вот, ну и в принципе фрагов-то больше ребята из Virtus.pro Polish здесь сделали, в отличие от Cloud9. ПТ ботл, видимо, от Фатом Ассасин. Так, Мидос вот уже тебе приобрел Элидан. Пошло ускорение. Ускорение на Дарксира. Ой, еще и Сюрдж потратил. Бон 7. Ну как ж ты так, а? Как ты это делаешь? Фобос уже и ультует. Есть паунс. И Бон 7 проседает. Пятая смерть от Бон 7. Фобос делает киллинг спри. Так, Терри на топе. У нас драка. Мистик Флэр. Пайлодай залетает. Я на Терри пытался убирать ФНГ. ФНГ оставил свой Десфарт. Дримкоил. Скоров. Мага зацепили, крипсвор не ставит Энди, да ладно, краешком прям. Просто не достал. Лидан ускоряется, под шаду дэнсом. Пытается Энди накрыть. Паунс, Тарпак, хорошо убивает. 2 в 3, размен суммарно пошел. Ауи. Дает слип в мага, да, и Лидан пытается догнать. Вот это вот и минус, конечно, Мидаса, да, то есть Мидас дает тебе хороший фарм, но при этом не дает тебе возможности догонять противника. То есть был бы вместо Мидаса дакер, сейчас бы у Лидана все повеселее было. Ой, да ладно! Лол, ну что это такое? Тоже. Таки Пак просто так погиб на ровном месте, но Сларка забрали при этом тоже. Пошли каски. На Бейн, экзорцизм от мага. Бьет с руки. Нету маны на крипсвора, ну просто пытаются забрать. Вот тут Бейн слипал себя, этого не спасло. Еще и Пайлодай здесь видит, Фобос врывается. Да ладно, и Фобос убивает Пайлодай вместе с Скарафмагом. Скарафмаг делает даблкил. Но только-только забегал Спиритбрекер, сразу игра у Virtus.pro Polish пошла действительно повеселее. Как-то вот так они начали бодрее перемещаться по карте, и больше фрагов они делают. Опять же, вот из игры очень серьезно выпадает Bone 7. То есть мы его, по сути дела, не видим, мы только видим в тех моментах, когда он погибает. Вот, но команде он, по сути дела, пока вообще никак не помог. Да, ну и самое главное, что и Envy тоже, ведь 3 смерти, то есть он с мида, ПТ, ботл только имеет, если посмотрим его нетворс. Увидим, что он на топ-5 позиции. И причем отставание от Сларка уже в 2400 монет. Это очень много, это чуть ли не двукратное отставание Envy от Сларка. Причем с мидасом Сларк и при прочих равных условиях все равно фармить будет Элидан лучше. Но хотя что мы удивляемся, да, то есть Элидан вместе вот с этим с коллективом Virtus.pro, вот Фату они все забирают, сумели пройти доту, а в тюрьме на релокете залетали. Энви пытается ФНГ прогрызть. ФНГ здесь, приходит Фобос. И Энви под касками, каски очень хорошо пролетали. Слипы пошли. Брейнсап, ФНГ большие проблемы. ФНГ пытается уйти, отхиливает себя. Орну сверху повесил, мансует Стифлинг Даггер. И разгон от Фобоса. Выиграл время для своих тиммейтов у нас Бич Доктор. Но, видимо, Фобос дальше бить не пошел. Ну, как ни крути, а у Энви там есть блёр 3-го уровня, поэтому бить его с физухи неприятно. Есть только магическая прокаста, можно неплохо мартетку сливать. Но этого магического прокаста у Лила не было. Да уж, ну, вообще, конечно, команды очень серьезно радуют. 14 минут они 30 фрагов сделали. То есть на каждую минуту по 2 фрага. Довольно-таки хороший показатель активности. Ну вот Virtus.pro Polish ведут 3000 по деньгам, по экспириенсу видим 4000. Даггер у Фаты есть, у Бон 7, ну Аркан и Ботл, 1300 монет. У Пайлодая пока Ботл, Транквил и левел 8.
Готовят они здесь попытку Пайлайда зацепить. Фобос уже чардж сделал на Виспа. И Пайлайдай, ну, скорее всего, погибнет. Не к чему ему притягиваться даже. Ставит Десфарт. Ну, вот так вот делается фраг от ФНГ. Спокойно. Без каких-либо проблем. Ворвались в миде на одного Виспа. Без какой-либо поддержки со стороны Cloud9 и забрали его. Хотя, конечно, звучит даже абсурдно, да? То есть, как так? Висп стоял один на миде, умирает от троих. Ну, то есть, как такое вообще может произойти на 15-й минуте? Ну, так происходит. Огрклаб у Бэйна. Будет собирать себе БКБшку. Или дан здесь с дабл дэмэджем. 2700 у него есть. Неужели он не хочет покупать себе дагер? Сразу в Шадоблейд какой-то, что ли, пойдет или что? Разгон пошел от Фобоса на Дарксира. Разворачивается. Зря развернулся Фобос. Скорее всего, нужно было добежать до конца. Потому что Фобоса здесь цепляют под замедлением, под саленсом. Фобос проседает. Ультанул в Энви. Пытается уйти. Энви замедление дал. Крит не сработал. Экзорцизм пошел. Каски залетает. Хорошо отвиспает портретки. Портретка не знает, что делать. Энви. Тычки последние. Блюр спасал какое-то время, но... Все равно портретка погибает. Пришел Фобос. Падая под станил. Здесь Иллидан. Фобос таки погиб от спирицев. Но главное, что Иллидан сделал фраг. В итоге 2 в 1 получился размен. 22-12. Какая-то просто непонятная дота получается. Не, ну это просто элитный папчик, да? Ребята бегают, развлекаются, бьют друга лица. Здесь как-то сложно говорить о каких-то стратегиях, каких-то задумках, каких-то планах глобальных на игру. Здесь ребята просто взяли хороших персонажей и идут в бой. Какая-то команда успешнее, какая-то менее успешна, скажем так. Но тем не менее, они дерутся на стоп и их это устраивает вполне. То есть, например, ничего не мешает Envy фармить, да? То есть где-то... Так, релокейт. Залетают. На ФНГ. Каскет. Каскет, конечно, хорошее решение. Мистик Флэр Паладая уходит из-под Мистик Флэра. ФНГ себя подхиливает пока. Урну накинул. Энви здесь. Не добивает в итоге, мы видим. Подловили Лила. Но релокейт закончился в итоге. Ау, я один держит Лила. Беда. Почему Висп не оставил Мартретку? Брейнсап и Лил еще в живых остается. Вы посмотрите на этих суппортов. 50 хп одного, 200 хп у другого. Обалдеть. Я немножко удивлен, на самом деле, что Висп Мартетку обратно забрал с собой на релокейт. Оставил бы Мартетку, 100 прудов хотя бы один фраг сделали. Ой, там еще Тарксира находит. Был черч от Фобоса, поэтому бонсейва прекрасно было видно. И он здесь явно не спрятался со своим тэп-аутом. В кустах. Его нашли и убили. Ну, а Тауэр все-таки силы тьмы забрали. Да, Эльдан действительно покупается Шадоблейд. Самый что ни на есть паберский артефакт в доте на Сларке. Так вот, возвращаясь к вопросу о том, чем заниматься обеим командам. То есть мне непонятно, почему, например, не хочет Фантом Ассасинка нафармить себе сперва на какой-то БКБ, да, или какой-то более-менее хотя бы один серьезный артефакт, и потом идти драться. Почему и Envy пытается в каждом замесе войти, причем одним из первых. Так, ну тут у нас Фата, получает Саленс. Раскаст в ауе, здесь Пайлодай с Мартеткой рядом. Лил, умирает очень быстро, Дримкоил Фобос зацепили. Ставится Десфарт, ФНГшку сбивает Десфарт Дримкоилом, а точнее Саленсом сбили. Каски летят, слипы, Фобос здесь, разгон на ауе, приходит на смак, дает крипсворм, убивает Пака. Ну, лоу хп, что здесь Бэйн получает еще и Гретер Баш от Фобоса, тоже помирает. Пошел экзорцизм, гонит Пайлайдая, Пайлайдай что делать не знает. Че знает, у него есть тизер, да, он подтягивается к бонсэм, но и в принципе спокойно уходит, а вот Энви остался один. Крипсворм, у нас сверху висит, Энви пытается как-то мансовать, Энви на развороте дерись. Других вариантов у тебя нет, все равно погибнешь. Дерись как мужик. Ой, там, да ладно, Bone 7 стянул всех под стенку, но опять же, это Envy не спасло. Разгон в Пайлайдая, убивают его тоже, бегает Bone 7, тоже минус 4 стороны ребята из Virtus Pro Polar. Ну и будут еще тавр спрать. Так, опа, ФНГ. Bone 7, Сайен Шеллом нашел, убил, тавр тем временем упал. Бегает маг, бейт ауи, дает сайленс. Маг на один остался. Хотя нет, Фобос уже идет, Фобос уже готов помогать. Только Финсгрип сразу же прилетает Фобос. Как Супермен, как Флэш, на помощь своему тиммейту. Пошли очередные слипы, Мистик Флэр, Фобос живет. Гонит Ауи под Саленсом, Ауи тупается таверну, но Bone 7 под Сюржом вроде тоже уходит. 28-14, двукратное преимущество уже по фрагам у ребят из Virtus Pro Polar. А где был Сларк? Сларк спушивал, судя по всему, Митаур. Собирает руны. Медасирует во всем. И после Шадоблейда купил себе, а точнее нафармил себе 2800 уже. Но опять же, его нетворс растет, растет просто в каком-то бешеном темпе. Так, видит здесь Пайлайдай, разгон пошел от Фобоса.
дождется, видимо, или Дан. Сейчас как раз таки Фобус приземлится до... Доедет, точнее, до этого виспа. Или Дан пробегает под вардом. Знает об этом, потому что пассивка не работает. Ну, а здесь бьют Рошана. Внезапный Cloud9. Действительно внезапный. На даггере залетели все. Да, Эдви потянулся на блинке. Никто через руну не проходил. Ну, и Ротсфорполер даже не догадывается, чем занимаются Cloud9. Ну что, Рошан-то потихоньку грызут. Неужели догадались, ребята из Virtus.pro Polar? Пошли клики туда, надо уже бежать. Потому что Рошан остался лоу хп. И нет, Аегиски забирает Cloud9. Фэнга сильно готов драться. Или Дан тоже. Сайленс получает. Дарпактор себя сбрасывает. Приходит Фобос на Энви. Энви пытается убить очень быстро. Энви убивает, потерял на Аегис. Ой, хорошо, хорошо сделал Бон 7. Сяжка стянул на хайграунд противника. Ставится Десвард. Энви проблемы. Получает ультимейт от Фобоса. Слип пошел. Но Энви все равно разорвала. В итоге минус 3 с учетом Аегиса. Стоит Фата, стоит Пайлайдай. Один на даггере, второй на тизере к нему подтянулся. Ну, Лидан идет до конца, или Лидан идет убивать. Причем Фобос тоже готов помогать своей команде. Ауи они в итоге зацепили. Слип есть от Ауи, но это его не спасает, очевидно. Ну, с Орбой Веном, конечно, Лидан не отпускает никого. В итоге минус 4 сделали с учетом Аегиса, ребята из Virtus.pro Polar. Намного уже сильнее и по артефактам, и по левелам, конечно, и по деньгам. Огромное преимущество счет того, что сделали нереальное количество фрагов в Virtus.pro Polar. Но этим они и пользуются. 3800 слаб. Пошел разгончик. Посмотрим за Фобоса. Фобос, ага, на хрипов поехал. Ну, Drum of Engine, Soccer Club, понятное дело, выйдет по КБ. Spirit Breaker и так трудно пробиваемый персонаж. Опять же, за счет большого запаса здоровья, плюс 9 брони имеется. Купить себе БКБ, так вообще страдать особо не будет. Да, ну и Envy, конечно, выглядит очень-очень-очень печально. 21 минута только ПТ, доминатор. Для мид Мартри при поддержке Виспа это очень слабый показатель Творса. Тут еще опять же Бон 7 подловили, Бон 7. Сюрджает. Даггер не откатится все. А, да, успевает даггер откатиться. Не сбили ему тут. Не дали эту тычку, и в итоге он ушел. Там еще и Макс, судя по всему, тоже лоханулся немножко. Не дал сайленс после Йоула. Бывает. Ну, 7 раз погиб. Бон 7, 9 раз, кстати, погиб Паладай. Ну, если от Паладая, скажем, мы не удивляемся увидеть такой счет, да, все-таки суппорт и так далее, очень мягкий суппорт, то от Бон 7, конечно, 7 смертей это очень много. Как и от Энви тоже 6 смертей. Единственное, у них меньше всего фидит Фата. Ну, пак, даггер, Йоул, эскейпа хватает. Или Дан, 4200. Шадоблейд активировал, пошел кого-то искать, видит здесь Бон 7. Пробегает интересными путями в чужие леса. А там много людей. Там много противников. Но маны мало у Лидана. Медасирует Лидан. Ну да. Не встретился он ни с кем, в принципе. Так, вот тут Лил, кстати, может встрять. Энви, Лил, Сайленс. Но у Лилу здесь, скорее всего, будет печаль. Потому что Фоб... Ой, Лил на развороте, видимо, если кто-то ярдал. Фобус разгона Пайлайдая. Пайлайдай что будет делать? Ну, пока, судя по всему, он будет просто умирать. Да, даже не релокейт, ничего не завязал. В общем-то, смирился с тем, что он здесь в любом случае погибнет. Ну, и Энви его просто кинул. Ну, это правильно. Иначе, если бы они вдвоем пошли, они там оба погибли. Так что... Все правильно. Все абсолютно правильно. Но, в любом случае... Отсутствие смерти в этом моменте от Мартретки не улучшает никак ситуацию на карте Cloud9. 12 тысяч преимуществ есть у Virtus.pro Polar, вы видим, да? То есть в один момент драки были более-менее равные, но вот начали убивать Virtus.pro Polar чаще, и графики пошли вверх. Что по экспириенсу, что по деньгам. Разгон, мид, так, здесь на кого? Ауи? Другое место. Ой, Фобос. Неудачный момент отменил свой чардж. Теперь нужно ждать кулдаун. Чтобы вылезти. Ну и давит медлинию. Так, у мага должен скоро откатиться к экзорцизм. Есть у него уже Тараска, есть Юл, есть Фейзы, есть Ботл. Разгон вниз, Фобос пошел фармить. Ну а Тавр здесь будет падать. Ну причем это уже будет пятый Тавр в копилку Virtus.pro Polar. Сами они потеряли только один. Бешеный какой-то Фобос, то ли вниз отправился, вернулся что-то. Бегает, непонятно. Спрашивает, как прослышал. Да, ребят, еще раз извиняюсь, если вы слышите какие-то посторонние звуки. Не вылечился я до конца, болит горло, насморк еще появился, поэтому... В немножечко таком плачевном состоянии я сейчас нахожусь.
Дико извиняюсь, конечно, но простите. К следующей трансляции обещаюсь исправить. Подлечиться. Ну или там покупает себе скадем. Ну вот более-менее дефолтный же артефакт на Сларке. Статов себе поднял. Опять же, хорошее замедление. Так, Вата за курьерчиком. Опа, или там перепрыгивает через shift. Финсгрип его поймали. Релаке, стенку поставили. Или там большие проблемы, или там погибает на Федоне. Фраг собирает, видим, ауи на бейне все-таки. Нормально такого встретили, нормально приняли. Только-только Скади себе приобрел Сларк сразу же. Мы показали, что Скади было лишним здесь. За него дали 3200 экспириенс практически, ну и 1689 золота. Так, ФНГ, Агурклап, Метрилхаммер. Разгон пошел на Энви. И Энви внезапно появилось 2000 денег. У него столько денег за игру-то не было. Так. Ну ждут. Ждет Скай, видим. Ждет ФНГ. Скай потянется Фобос. Энви убегает. Рядом Висп. Конкассив Шот залетает. Фобос здесь ускоряет на Энви. ПД получает сальный, чтобы не увел на релокейте. Ставится на смарт-фату. Крутился, видимо, немножко Лил. Так, ультует Фобос. Стенка пошла, стяжка неплохая от Бон 7 на минус Вич Доктор. Стенки не было, просто опластяжка. Скай тоже погибает. Уже минус 3 сделали ребята из Cloud9. Во-во-во, Айвертус Прополлер начинает видеть. Фобос здесь, конечно, ушел, но в любом случае поумирали здесь. Очень серьезно поумирали ребята из Virtus Pro Polar. Теряли суппортов на ровном месте. Дарует возможность клаббека от Cloud9. Ну вот, видимо, у Энди появляется сразу 2600 денег. Ну просто Cloud9 наконец-таки начали драться более-менее вместе, да? То есть всю игру мы наблюдали за тем, как 2 против 3 дерутся, как там у Cloud9 3 персонажа, у Virtus Pro Polar 5. То есть все время с численным преимуществом, отсутствует все время Darkseer. Ну а здесь только вместе подсобрались ребята из Cloud9 сразу начали делать фраги. И, соответственно, наоборот, да, Virtus Pro Polar тоже сейчас дрались не со Сларком, например. В отсутствие мага, ну и за что были наказаны. Так, Фобос все пытается выформить свое БКП. Так, там у нас бегает, видим ФНГшка. ФНГшка тоже БКП хочет оформить. Энви пытается сделать тэп-аут, делает. Сбивать ему нечем было. И БКП покупает Дарксир. Так, а вот Сларк это все-таки нашел Бейна и приговорил его. Ну, то Сларк, то Элидан. Нельзя недооценивать игрока, который прошел доту. Который смог выиграть на антимаге против мега-крипов. Который может играть в доту 2 часа подряд в одну карту. Который бывает 2000 крипов за игру. Нельзя недооценивать. Вот Элидан заходит, делает фраги нон-стоп. Подрезал одного второго. Видит Тенви, здесь сюда говорит Тенви. Промахи. Ничего страшного. Ну, в любом случае, Virtus Pro Polar потихоньку все-таки сносит базу противнику, да, то есть заходят, внешние ТВРа убивают. Даже несмотря на тот мини-фит, все равно они собрались в пятером. Видим, когда они в пятером, они сила. Сларк собирает деньги за Тавр и будет заход на хайграунд, потому что у мага есть экзорцизм. Давайте посмотрим, один из ответственнейших моментов для Cloud9. И вот именно сейчас будет понятно, смогут ли они сделать камбэк в этой игре. Так, пак залетел, Сайленс проказ дал, ушел, врывается Энви. Энви Метрилхаммер, ставится стенка, была стяжка, Элидан тем временем под шоту Дэнса пытался Энви разобрать. Прыгаю здесь, очень большие проблемы у мага, маг лоу хб, подкинул себя в юл, помирает маг, да ладно. Моцент пока БГБ, держит Сларка, Сларк тоже погиб через финсгрип, ставится Десвард. ФНГ, ему сбить нечем, Десвард бьет, но ауи пережил этот Десвард, минус 3 уже, Фата пока живет. Спрятался в шифт. Не умирает, у Скай здесь тоже большие проблемы, Скай себя в юл поднимает, и Лил тоже погибнет, это минус 4, это просто минус 4. Без каких-либо потерь со стороны Cloud9. Вот это да. Ну мы видели, да, насколько серьезно вот эта вот стенка, она действительно тащит, стенка и стяжка, потому что Иллидан мгновенно пол хп лишился, Death Prophet там тоже чуть ли не сама себя убила в результате, да. Очень много дэмэджа в макс я впитал, и в результате ребята из Cloud9 делают очень отличные 4 фрага. Действительно, сейчас поднимают себе нереальное количество денег. БКБ сразу появляется у Энви. Пак Атакон. 1100 монет. Бейн БКБ, Дарксир БКБ, все БКБ. Меканзам есть у ПАД. Д. На самом деле сейчас серьезно пошатнется экономика команды Virtus Pro Polar. Так, Фобоса. Фобос, тэп-аут.
уходит здесь. Ну, пока у Envy дэмэджа не хватает, чтобы пару критов выдать, например, этому наглому Фобусу и отправить его в таверну. Но опять же, если так Virtus.pro Polar продолжит видеть, то Envy свою массу и свою силу наберет. Это мы прекрасно понимаем. Ну, спрашивают, что за 2000 крипов. Ребят, если вы не видели легендарную, просто легендарнейшую игру с участием двух команд, это Virtus.pro Polar и Cloud9, как раз таки вот эти команды, которые играли, которая длилась 2 часа, даже больше немножко, где Элидан с мег-крипами воевал, в общем. Ну, посмотрите, в моем паблике она есть в прикрепленных записях, это трансляция, матч был на Старлапе. Так, Тиренин у нас Фобоса, видимо, разобрали. Сразу же на ТП-шку уходит Cloud9. Вы знаете, попахивает камбэком. На графике смотрю. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Посмотрите, что происходит. 7 тысяч денег отыграли ребята с Cloud9. Преимущество Virtus.pro Polar осталось всего лишь в 6 тысяч. По экспириенсу вообще преимущества нет. Все. Virtus.pro Polar двумя замесами отдали буквально все то преимущество, которое у них было. Жесть, просто жесть. Ну, Клудна, конечно, мстят. Вот как раз-таки, если вспоминать тот матч, который стоялся, ну, буквально пару дней назад, где Cloud9 с мегакрипами выиграть не смогли, у них тут свои счеты с Virtus.pro Polar, поэтому здесь заруба уже чисто принципиальная даже идет. Ну и понятное дело, что в рамках этого турнира команда, которая проигрывает, она вылетает, как вы знаете. То есть здесь сингл элиминейшн, не дабл. Поэтому выкинуть, скажем, противника сейчас на этой стадии с турниром каждый хочет. К этому идут. Но здесь best of 3. Так что проиграть в первой карте можно, но нежелательно. Так, на фату разгон пошел. Т2 Tower пушит, ребята из Virtus.pro Polar его забирают. На топе Envy тоже пытается сплит пушить. Приходит маг. Прогоняет. Покупает себе плейтмейл. Ну и будет делать Shiva's Guard. Что 32 минута встречи пошла. Бегают под вардом здесь ребята из Virtus.pro Polar. Видит эти перемещения Клоуда. Знает, что противник далековато, поэтому тавер можно подпушивать. Для Envy это крайне необходимо. Очень нужны деньги Envy. Несмотря на эти камбэки и перевороты, в любом случае отставание Envy от того же самого Сладка оставляет 8 тысяч по деньгам. Это очень много. Нравится, нужно как-то убирать. Фобос на Envy. Висп. Пока релокейт не юзает. Envy, БКБ тэп аут, Кретер Баш не срабатывает, да, и спокойно уходит у нас Envy. Ну, Висп, в случае чего, если что-то пошло не так, я думаю, сразу релокейт бы прожал, и они бы ушли. Ну, и так все обошлось. Envy покупает себе Яшу. Ну, хоть какой-то артефакт в дэмэдж, хоть что-то, хоть немножечко повысит свой ДПС. Потому что совсем уж это Мартра грустно смотрится. Что придумает Virtus.pro Polar? Может быть, есть смысл зайти на Рошана. Так, разгончики вниз пошли. Фобуса. Lil the Night Tower по миду. Envy пока отпушивает. Но то, что в игре ничего не происходит абсолютно, это целиком и полностью устраивает ребят из Cloud9. Я думаю, что такое PLD здесь наглый. Перемещается, на самом деле у него был инвиз. Просто поэтому виспо не поймешь. Пробежался по центришнику, но здесь Virtus.pro Polar не нашли. Хотя впрыгивает очень хорошо Иллидан паунсом. Видит Пайладая, Тарпак заюзал. Вот Фобос нашел, и Пайладая здесь каблык. Пытался на тизере подтянуться, видим, к Envy, но слишком уж большой дэмэдж этого Иллидана. 35-22, ну что ж, в отсутствии виспа попытается Virtus.pro Polar подняться на хайграунд. Ой, Ли! Потому что в прошлый раз было абсолютно то же самое. Зашли Virtus.pro Polar и их наказали. Может быть, стоило все-таки Аеги сперва забрать, а? Нет, маг готов заходить. Бон 7. БКБ уже прожал. Стянул. Стенка поставлен. Дримкоил. Очень больно, ребята, из Virtus.pro Polar. Фобус БКБ на развороте пошел кого-то цеплять. Бон 7, большие проблемы, Льдан его сожрал. Минус терение маг. Энви поседает от Десварда. Пак сделал байбек. Т1 в 3 пока драка. Парадай тоже погибает. 1 в 4. Да, ну и здесь Virtus.pro Polar все-таки замес выиграли. Причем, благодаря этому замесу, они еще и строго слезут. Ой, а там пак, ты после байбека, пак! Ну, пока разводит противника, бегает под шифтами, там различными дегерами, вот так вот пытается развлекать. Ну, он, конечно, выигрывает время для своей команды. Так он, да ладно, он еще и Лила забирает. Боже, какой жесткий фата. Но
или дан на это не... внимание свое не обращает. И он абсолютно делает все правильно, он сносит бараки. То, что нужно. Ну что, сторону забирает Virtus.pro Polar. Ну, вроде как, один раз на фидели, теперь все окей. Но в этот раз Иллидан просто тоже не подставился под финсгрип. Да, то есть он вовремя спрятался в Shadow Dance, сносил свой ДПС. Особо через стенку тоже не пробегал. Деспрофит в этот раз пораньше прожал Еул. И хоть и убили в итоге мага, но в любом случае за это время Cloud9 практически все поумирали. Ну и видно было, насколько бесполезен Envy. Envy в лобовую атаку пошел на мага. Он его, конечно, убил, но поэтому погиб сам. Ну а Мартретка — это такой герой, который должна убивать нескольких людей перед тем, как умереть. Желательно вообще не умирать. Купает себе Белт, видим. И Энви. Я так думаю, что все-таки он в башер выйдет какой-то. Ну, что в Саше Яше здесь вообще никакого смысла нет. Ну, то есть, по идее, в идеале у него должен появиться Abyssal Blade, Manta Style. Но дадут ли Virtus.pro Polar нафармить эти шмотки, вопрос. Непонятно. Да, башер у нас тем временем у Сларка. Игнорирует полностью Иллидан покупку МКБ. То есть у него демон эдж был, но Иллидан решил, что лучше башу купить вместо МКБ. Что Мартетка умирает и так. Что на нее тратится определенным, покупка определенного артефакта не хочется. Так, тем временем Бон 7, ФНГ получает Хекс. Очень быстро его разбирают. Лил подставляется под Степлинг Даггер, но есть хороший сайленс от мага. Маг зашел Шивус Гард, всех распугал. Приходит Фобос, потом пытается забрать. Или Дан на развороте в Ауи. Ауи под БКБшкой. Стенка. Стяжка неплохая в исполнении Бон Севена. Падает с ковров маг. Пока 2 в 1 размен. Драка продолжается. Здесь пытается убить Деспрофит. Деспрофит себя юлит. 2 в 2. Прыгивает Энви. Пытается мага разобрать. Дэмэджа не хватает. Энви, Энви, какой же ты слабый, Энви. Энви погибает. Трипл килл делает Или Дан. Да, ну еще и здесь. На всякий случай пак погиб. Или Дан ультракилл. И со живых остался Дарксир, который стоит. Фобус на него, кстати, зашел. Или Дан делает свой рампейдж. Нет, Фобусу фраг он оставляет. Но в любом случае драку выиграли, опять же, Virtus.pro Polar. Выиграли ее в салат. Забирают Рошана. Ну и, судя по всему, будут заходить в последующей линии и игру заканчивать. Но был маленький проблеск в игре у команды Cloud9. Возможность, скажем так, зацепочка такая, чтобы сделать камбэк вот до 6000. Ну а потом Virtus.pro Polar в руки себя взяли. Хорошую драку провели. Линию спушили. Еще один замес. Ну и идут сломать еще одну крайнюю линию. Падает нижняя линия. Дефать пока нечем. Пак, Мортред, Дарксир, Ко, герои команды Cloud9 в таверне сидят. Без возможности делать байбек. Ну и Envy решил, что да, в этой карте уже сопротивляться нет смысла. Пишет ГГОП. Ну что ж, поздравляем Virtus.pro Polar. Открывают счет в этой серии. Выигрывая первую карту, 1-0. Ну, вторая карта должна быть очень-очень интересной. Тут такие, конечно, завороты-повороты, что беда. Ну, мы сейчас посмотрим немножко статистики, я думаю, да, от этого матча. Почему бы и нет. Посмотрим, кто больше всех нафидел, кто больше всех дэмэджа внес, хотя мы и так, в принципе, примерно знаем, кто у нас тут самый главный убийца. Ультракильчик. Ледан. Хотите, к нам сейчас все покажет. Так, так, так. Попал, первую карту выиграли. Ага, ну что, вот гейм-статистик у нас пошел. Итак, смотрим у нас по фрагам. 17 фрагов наклепал и Ледан. Лил 7 фрагов, Мак 7 фрагов, Фобус тоже 7 фрагов. Ну, дальше Фата своим догоном, видим, 6 фрагов смог сделать. Кто больше всех у нас погибал? Кто больше всех нафидел? И Бадайдай 14 раз, Бон 7 почетное второе место, Энди 8 смертей, как и Ауи. Ну, в общем-то, да, Cloud9 в этой игре, конечно, натерпелись очень-очень серьезно. Кто больше всех дэмэджа у нас по героям носил за эту игру? Иллидан, конечно же, топовый по дэмэджу, 24 тысячи урона внес, маг, видим, 18 тысяч, лил 13 тысяч, кстати, для скавров мага это очень неплохие цифры, и Энви даже внес меньше дэмэджа, нежели лил, всего лишь 11 тысяч, Фата на позиции топ 5, ну да, ну так вот выглядит у нас окончательная табличка этой игры, ну видим, что Virtus.pro Polar, как и Cloud9, одинаковое количество лсетов сделали, да, примерно одинаковое количество крипов забрали, ну КПМ, XPM, я очевидно, что Virtus.pro Polar выше. Ну и стата 43-26 тоже о многом говорит. Так, ребят, ну что ж, пока 1-0, небольшая пауза. Мы с вами будем возвращаться на карту по номеру 2. Далеко не убегайте, с вами сегодня Адекват.